Между тем, больше 1000 уголовных преступлений с начала года зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований. Из них 87% коррупционные. Об этом эксперты сообщили в ходе брифинга на площадке службы центральных коммуникаций. По их словам, большую часть преступлений составляет взяточничество и злоупотребление служебными полномочиями. В целом, государству был нанесен ущерб на сумму 3,6 миллиарда тенге. Чуть больше половины уже возмещено. В каких сферах обычно вымогаются взятки и совершается злоупотребление или превышение даже своих полномочий? Обычно это те участки работы, функции госоргана, которые не отнесены к категории государственных услуг. По ним отсутствует какой-то конкретный регламент, отсутствует стандартизация, сроки оказания. Мы видим максимальный эффект по пресечению вот этих коррупционных преступлений в профилактике коррупции.